Талантливые дети со всех уголков Якутии обрадовали горожан и гостей столицы красочным концертом. На сцене выступили хоровые коллективы и исполнители народных и академических инструментов. Концерт состоялся в честь проведения в Якутске первого форума учителей музыки и изобразительного искусства в рамках проекта «Музыка для всех» и «Рисуем вместе». Форум проводится по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Дело в том, что на форуме прошли стратегические сессии, обучение преподавателей, общение их, выработки дальнейших путей развития данного проекта, также проекта «Рисуем все», который в этом году запускается впервые. В лагере «Кискиз» работала хоровая школа, которая сегодня на концерте представила свои наработанные номера. Дети впервые собрались и... Почти они все не имеют музыкальной грамоты, тем не менее они подготовили очень интересное яркое выступление, которое сегодня открыло наш концерт.